Доброе утро. Мы в офисе 1580 и узнаем, что у нас произошло за выходные дни. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Расскажите, что у нас на выходных без особых чрезвычайных происшествий. Были вчера отключения по электроэнергии, значительные районы. Это у нас на Юровке не было света, не было света на Боженко и на Проулке Ломаном. Значит, сейчас у нас без света остаются три улицы на Юровке. Это Тимирязева, Мироненко и Челюскина. Там сгорел трансформатор, большой объем работ, думаю, что сегодня у нее закрыл. Это Юровка, а остальные районы? Электроэнергию возобновили, но в связи с этим, то, что отключали трансформаторы, то у нас опять стали котельные. Ну, тоже и вчера всех включили, но опять же будем спускать воздух в домах, где не было тепла. Много таких домов? У нас котелин 7 штук, около по 30 домов, на каждый много домов, но будем спускать воздух, все заявки нажать будем передавать. У нас 3 дома остаются без газа. Около 200 домов получается? Да. 3 дома остаются без газа, Петра Ротача 24, Кукобы 20 и Алмазная 5. И тут из резонансного Алмазная 5. 10 числа у нас написано, что пропало там газ в связи с тем, что снежное брыло упало на газовую трубу перебивую. Поэтому оперативно на доме перекрыли газ. Сегодня Полтавас будет работать, чтобы устранить эту проблему. На сегодня у нас по температуре ожидается похолодание до минус 4 градусов, поэтому возможен очень сильный гололед. И также порывы ветра 15-20 метров в секунду, поэтому особая просьба к водителям не парковаться под деревьями и под домами. Сегодня максимально сейчас будем выводить людей, чтобы очистить тротуары и остановки, потому что сейчас на связи и с полицией, и с троллейбусниками. Если дороги у нас в хорошем состоянии, то над тротуарами нужно еще успеть поработать до того, как это не укрылось еще ледяной коркой. Ну, я смотрела около обеда, да, ближе обеда начнет падать температура. Да. И ожидается сегодня мокрый снег. Но думаю, что успеем до обеда, успеем очистить тротуар. Уточнение, будьте аккуратны на дорогах, не оставляйте свои автомобили. И хорошего вам рабочего настроения и рабочей недели. Спасибо.